Здравствуйте, друзья! Сегодня, как я обещала, будем делать распаковку моих новых приобретенных орхидей. Но для начала ролика покажу вам свои цветущие орхидеи. Посмотрите, это каода. Она сейчас немного отражается лучами солнца. Обычно я вечером снимаю. А сейчас смотрите, какая красота. Вот так она. А это Сакраменто, еще его могут называть Шанхай. Не очень похожи, чем-то отличаются немного полосочками, но очень красивая. И желтенькая здесь орхидеечка. Это восковая орхидейка. Эти восковые орхидеи очень долго держат свои цветоносики. Корневая у них в нормальном состоянии, у этих орхидей. Вот посмотрите, каждая орхидейка и с корешочками хорошими. Они стоят у меня в поддончике прозрачном. Я их поливаю все вместе. Здесь у меня помещается 6 орхидей. И я их поливаю в этот поддончик вот до этого уровня. Они попили и так и стоят дальше. И им все нравится, все подходит. И даже цветут красиво. Вот скоро будет у меня цвести хоткис. Вот какой цветонос спустил. Он куда-то вниз его пустил. Надо будет поднять его немного. Сейчас зашло солнце, посмотрите. Немного другие цвета получились этих орхидей. На солнышке они отличаются. Я хотела их снять на самом солнце, когда светило, прям на них попадали лучи, но не успела. Сейчас, к сожалению, зима, февраль месяц, 2 февраля. У нас сегодня интересная дата, 02.02.2020, то есть зеркальное отображение числа. Это очень удачный день, так что можно загадывать желания и строить планы на будущее. Покажу вам свою красавицу Беглип. Смотрите, как красиво он цветет у меня, этот цветок. Начал отцветать, вот уже начали засыхать бутончики. Они пересохли полностью, но еще не снимаются. Ну ладно, пусть сами отпадут. И вот второй, два бутончика. А так она красиво распустила свои. Два бутончика она засушила вот здесь и рядышком. А вот продолжает расти дальше. У нее цветонос очень был тяжелый. Я к старому цветоносу привязала проволочкой и наложила камней для того, чтобы она не перевернулась с горшочка. Вот такой красивый у меня беглип. Жалко, что не светит солнышко. Сейчас бы под лучами солнца, как бы он красиво смотрелся. Ветка замечательная. Получается 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 цветочков. Ну, это сказка. 11 цветочков увидеть одновременно. Это очень красиво. Вот я его чуть-чуть повернула, чтобы показать этот каскад из цветов. Белоснежный беглип. Очень-очень крупный. Бывают мелкие беглипы, но этот очень крупный. Сейчас возьму сантиметр, даже смерю. Пришлось уже включить свет, так как на улице солнце зашло, к сожалению. Вот я взяла сантиметр и померяю примерно 10 сантиметров диаметр получается. Это конечный цветочек. А если первый, наверное, померить... Вот этот первый обычно он крупнее считается. Там загнулся листочек. 11 сантиметров, видите? Очень крупный беглип. Листики у него красивые. Правда, из-за веточки он наклоняется вниз. Корневая тоже в нормальном состоянии. Смотрите, какая красота. Можно любоваться и любоваться.
тоже цветочек плотный, не совсем он тоненький. И с другой стороны зеленый, когда начинает распускаться. Такой оливковый. А так сам белоснежный. Серединка абсолютно белоснежная. Посмотрите, какой он красивый. Сказка. Теперь покажу, как у меня распустились цветочки у леодоры. Это очень плотные цветы, восковые. По размеру больше, чем колода. Посмотрите, какой красивый, замечательный цветок. У него цветение идет револьверное. То есть, когда эти цветочки закроются, он распустит другие цветы. И цветоносы на нем обрезать не нужно. Они заново начинают пускать. Вот она выпустила еще один цветонос. Было два цветоноса. Это орхидейка, я хочу повторить. Это с мамки выросла детка у меня. Вот что-то на ней черненькое, надо будет посмотреть. Я сейчас не буду этим заниматься, просто веду обзорчик. Мамка ее была с точки роста залита еще в магазине. И она мне выпустила две детки. Это одна из тех деток. Посмотрите, какие лопухи, листья большие. Вот рука моя. Лопух какой большой. Но она любит на бок расти. Она как бы падает, она ровно не растет. Вот так, свисающая леодора. Капризная. Своеобразное. Очень красивое растение. Посмотрите на эти ангельские цветочки. Жалко, что солнышка нет. Я бы вам показала, какие они красивые. Еще, когда на них солнышко попадает, они очень, очень приятно пахнут. На всю квартиру запах. Особенно, когда даже три цветочка распустятся. Она запах выдает замечательный. Растение красивое. И неприхотливая. Я в этом горшочке держу. Вот так на дно горшочка немножко воды наливаю. И ей хватает. Сверху я не набираю водички. И окунать полностью не наливаю. Купать не купаю ее. Не знаю, я боюсь купать свои орхидеи. Мне кажется, что они загниют. Все, у меня разновидность биглипа. Вот начал распускать свои бутончики, набрал. Посмотрите, какой он красивенький. Очень красивый биглип. Название, к сожалению, не знаю, но очень красивый. Смотрите, сказочный. На эти цветочки можно любоваться, любоваться. Это старые цветоносы. Я думаю, если бы я обрезала и он пустил новые цветоносы, было бы наиболее красивое цветение. А на старых цветоносах, видите, он меньше пустил. Здесь распустил два цветочка. Здесь три бутончика будет. Здесь три, и он еще лезет четыре. Здесь продолжает рост. Ну, все-таки весна, пошел он в рост, конечно. Листья тоже огромные, видите, какие. По сравнению с рукой. Так тоже на бочок падает. Немножко буду его подвязывать. Такой биглипчик у меня красавчик. У них может быть и нету названия, а может быть и есть. Вот я включила фонарик, чтобы хорошо рассмотреть этот биглип. Смотрите, какой он красивый. Я ним любуюсь и как бы вас заставляю ним любоваться. Это, конечно, неправильно. Но он мне очень нравится. А это у меня заканчивает свое цветение чармер. Смотрите, какой он красивый. Желтый. Он даже при том, что долго цветет, но желтый цвет окраски свой не меняет. Посмотрите, какой он красивый. Чармер. Замечательный цветочек. Вот он выпускает новый цветочек. Здесь стрелочку пустил. И вот здесь в начале. А эти цветочки, к сожалению, уже отцветают. Три цветочка, три бутончика он уже сбрасывает. Один еще продолжает свое цветение.
Листовая у него хорошая, корневая часть тоже очень хорошая. Молодой листик растет. И, наконец, пришло время распаковать мои прекрасные цветы, которые простояли целые сутки в упаковке. Я их не открывала, чтобы они адаптировались к моим условиям. Вот я достаю при ваших глазах на пакетах. И просмотрим корневую и сами цветочки. Это черный цвет, красивый. Корневая у этого цветочка, я считаю, что немного слабоватая. Но из-за этого цвета я его и купила. Посмотрите, стволик вроде бы чистый. Вот название. Не знаю, как он называется. Мне в магазине сказали, что это морозная или зимняя вишня. Наверное, он другое название имеет. Вот как-то называется. Или это название, или просто какая-то фирма. Я не в курсе. Если кто-то знает, подсказывайте. Цветочек у него очень восковой. Вот этот лепесточек, видно, повредили или что. Потому что эти вот не шатаются, а вот этот, видите, шатается. Посмотрите, какой он восковой. Плотный, плотный. Темный, теплый. Может, из-за фонарика он такой светловатый кажется. Но на самом деле он аж черный. Может, освещение у меня такое. Как же показать? Ладно, я его потом сниму, когда солнышко будет на него светить. Вот с этой стороны посмотрите, какой он. Сейчас фонарик включу. При фонарике немного лучше. Аж переливается восковой цветок. Это я задний план показываю этого цветочка. Сейчас попробую передний. Наверное, чтобы свет с окна попадал, будет видно. Видите, какой он красивый. А когда распускается, он еще чернее. Камера не передает. Он темный-темный. Вообще сказочный цвет. Ну, корни слабоваты, ничего. Ну, что ж теперь сделаешь? Но мне он так понравился. Я не могла его не купить. Ну, с этим мы управимся. Вот есть воздушные корешочки. Главное, чтобы на него ничего не напало, никакая гниль. Так, я беру вот такой поддончик. И делаю ему двойной горшочек. Все, вот так он у меня будет стоять. На этом окошке поливать я буду немножко, чтобы он тянул влагу снизу. Теперь приступим к этой красавчику распаковку. Тоже, может быть, удастся мне узнать название. Сейчас сниму с пакета. Смотрите, без пакета он еще красивее смотрится. Сколько бутонов, сколько еще будет цветочков. Хотя бы он их не отсушил, а то же может стрессануть, бедняга. Смотрите, какой красивенький, сказочный. Вообще, эта фирма Decorum, вот видите, она очень хорошая, поставляет растения, они долго цветут. Крепкий корешок, листиков сколько много. На мой взгляд, это неплохое растение. Посмотрите, сколько корней. Я его купила, его не успели еще перелить. Я тоже этому рада. Сейчас сниму бумажную упаковку. Вот я сняла бумажную упаковку. Конечно, нужно будет потравить от вредителей. Смотрите, тоже какое-то название на нем есть. Если кто знает, подсказывайте, как он называется. И пока я не могу определить по этим буквам. Вот видите. Это надо... Наверное, в каталогах смотреть. Посмотрите, какая у него богатая корневая система. Этот цветок было купить. Если не купить его, это грех. Посмотрите, сколько корней набитых. Боже мой, сказка. Поливать его в данном случае еще не нужно, так как вот эти корни, видите, влаги в них очень много. Нужно, чтобы они были вот такого серого цвета. Растущий корешок. Воздушный. Ну все, это растение должно меня радовать
долгие годы. Красота неописуемая. В общем, вот таких два сказочных цветочка я себе приобрела. Хотела реанимашек купить, а купила прекрасную радость. В этой черной орхидейке немного маловато корней по сравнению с этой фирмой Декорум. Их обязательно нужно пролить октарой, так как я вынула, поставила горшочек на подоконник, и здесь начала вот ползти какая-то бяка. Видите, сейчас я ее увеличу. Не знаю, что это такое, трипсик. Если кто знает, подскажите. Видите, как я увеличила? А мне не нужны эти бяки, их нужно потравить. Сейчас буду искать октару или еще какую-то отраву. И буду травить мои орхидейки. Отравить я их буду легко, разведу и просто пролью. Они напитаются корнями. Брызгать сверху я пока не буду ничем. Но они у меня будут стоять на отдельном окошке, вдали от других орхидей. Ну, правда, вот здесь фикус у меня стоит большой. Ну, фикусу это не повредит, он не боится никаких болезней. Спасибо всем за внимание. Сегодня я распаковывала эту красоту. Не знаю даже, какая больше мне нравится. Черная или розовая. А совместно на них смотреть вообще приятно. Всем удачи, всем пока!